в неделю, в первый год занятий, более чем. Зубы, я еще зубы не сделал, ребят. Я еще не сделал зубы. Это просто они отбелились в море. Вот, 3 раза в неделю это вообще оптимально для любого уровня. Просто объем нагрузки будет несколько величин. Привет из Харькова, с чего бы советовали начать тренировки после того, чего как? После перерыва. Слушайте, смотрите, все очень просто. Все же зависит от того, насколько вы опытны. Если вы занимались там 7 лет, а потом там 3 месяца отдыхали, то фактически вам нужно просто, знаете, как автомобиль, которому сделали капремонт, да? То есть просто не надо давить в пол. Будут прямые эфиры, хочет смотреть, но нет. Написал в сторисе, как часто нужно менять тренинг на мышцы или достаточно менять их последовательность. Что значит такой тренинг на мышцы? Если зона интенсивности, это называется волновая периодизация, я вообще являюсь сторонником постоянного манипулирования этой переменной. Если подруга спрашивает, будут ли орехи расти, если есть орехи, да, булки, если булки, короче, кормите булками, орехами. А, ну это все равно одно и то же, плюс-минус. Что-то я договорил. Забыл. День тренировок, 2 дня отдых. Можешь тренироваться по такой схеме прогрессировать? Конечно, можно. Я, кстати, говорю, слушайте, ах, морская вода сама по себе, да и рожа загорела. Вы же видите, я загорел как бы у вас. Просто всегда зубы белее, а вот во вторник, в понедельник мне начнут уже делать зубы. А молоко общую массу дает. Молоко же не имеет 0 калорий, да, но в зависимости от жирности имеет белка прилично. Поэтому, конечно, дает. Кроссфит убивает сердце. Слушайте, нет таких однозначных. Во-первых, кроссфит, кроссфит рознь. На Дальний Восток пока нет, по-моему. Нет такого. Кроссфит, кроссфит рознь. Сейчас уже наука. По-хорошему, сколько зубов? У меня минус 2 зуба. Точнее, не минус 2 зуба. У меня не выросло 2 зуба мудрости. 4 импланта, что-то еще, там, уж не помню. Не боялись коронавируса, я узнал о нем только к самому концу. Ну, там работает только Россия, РТР Планета, по-моему, так называется канал. И я его и не смотрел. Нужно ли обращать внимание на выработку гормона роста? Не нужно, вообще ни на какие гормоны, которые... Нужно обращать на их уровень. Олег, приветствую. Рад вас видеть. Нужно обращать, в принципе, на их уровень для того, чтобы качество жизни соответствующее было. Что можно сказать про многоповторку? Все, что мог сказать, уже написал в 3 или 4 постах, выложил 55 ссылок, сделал видео. Кстати говоря, первое видео для своего канала буду снимать в следующее воскресенье. Сколько дыхали по времени? По-моему, то ли 16, то ли 17 дней. Что там про 10 грамм? После 1,5 месяца приема креатина по 10 грамм в день, через сколько креатин в организме стабилизируется? Во-первых, вы же понимаете, что нету какого-то единого какого-то механизма, по которому будет стабилизироваться. Просто вы его получали с избытком, да, и ваши клетки, они начинали его аккумулировать. Я считаю, что вы можете перейти на дозировку 3-5 грамм и дальше так и идти. Алтай, привет, что скажете по поводу круговых тренировок? Опять же, хочу сказать, что я уже все сказал в своем посте и в своем... Телеграм-канале, так и называется, круговая тренировка. Я за, ну если проще говоря, я за круговую тренировку. То есть, собственно, если она позволяет качественно, сам зал, можно ли получать результат, если не ем мясо и рыбу. Ну, по большому счету, вам нужно оценивать не мясо и рыбу, а количество аминокислот, ну или белка, который попадает. Что такое саркоплазматический аппарат мышц? Ну, считайте, у вас есть рабочий аппарат мышцы, сократительной части, есть обслуживающий персонал, это саркоплазма. То есть, вот, собственно, и увеличение или уменьшение саркоплазмы, это, по сути, жидкость, вот, она тоже дает визуальный эффект. Но это не истинная гипертрофия. Колени хрустят при тренировках. Что лучше принимать, коллаген? Ну, если... Ну, поймите, хруст хрусту рознь. Кстати говоря, в Москве в понедельник, не, в воскресенье, буду снимать у нас новый класс, который мы планируем в онлайн-школе сделать. Для людей с проблемой с опорно-двигательным аппаратом. Это... Мы уже снимали видео, поэтому посмотрите видео, где там про хрусты писали, точнее говорили. Как восстанавливать и оберегать суставы?
Ну, слушайте, по-хорошему, для большинства людей, которые там не жестят, не ходят на какие-то чудовищные веса, нужно просто сбалансированно питаться. То есть, чтобы в организм поступало все необходимое, жирные кислоты, белок в виде правильного. Наконец уже так что-то стал дергаться, потому что... Прочли мою книгу, спасибо. Немножко стал дергаться, потому что, ну, как-то уже выпал из движухи. Сейчас вернулся, вот в компьютере сижу по 4 часа, завтра, наверное, завтра выпущу. Нашел хорошее исследование, вот, по поводу диеты и диеты и кардио, что лучше, вообще прикольно, там, интересно. Омега-3 принимать 6 или 9 или отдельно, не нужно вам омега-6, омега-9, Рамис, если вы читали мой пост буквально позавчерашний, там, или позавчерашний, где я писал, что соотношение омега-3 и омега-6, мы все находимся в переизбытке омега-6. Про молочку много говорят, помимо прочих вредных веществ, в молоке содержится много животного эстрогена, 600 в день стабильно, не знаю, не слышал, вполне возможно, но в силу того, что, что значит молочка, что вы относитесь к молочке? Я, например, не в состоянии пить молоко, я вообще не пью молоко. А, например, что относится к молочке? Там 100 грамм там, сыра за 2 дня съеденных к молочке относится, к молочке. Ну, там нет, 2 столовых ложки сметаны. Ну, что? Что думаю о ГЗТ? Нахожусь на ГЗТ с 2000... Ну, короче, третий год, по-моему. Третий год я на ГЗТ нахожусь. Поэтому думаю о том, что есть люди, которым это необходимо. Что делать, если перекачался? Люди начали бояться меня. Ну, слушайте, как-то, не знаю, может, улыбаетесь. Улыбки, они, в общем, как-то немножко сглаживают. Ну, так бывает. Насколько точно домашние смарт-весы, которые показывают процент жира? Те, кто их продают, говорят о их фантастической точности. Те, кто сравнивает их с более точными исследованиями, говорят, что там достаточно большие погрешности. Мне трудно сказать, не оценивал. Думаю, что если других вариантов нету, но почему нет? Как считать перекрестные подходы? Я не знаю, что такое перекрестные подходы, по крайней мере, такой термин мне неизвестен. При похудении силовые трения или круговые? Круговые – это всего лишь последовательность выполнения упражнения. И я не очень понимаю, какая разница, в какой последовательности вы будете делать. Рекламируют все, кому не лень. Ну, я не знаю, я не рекламирую. 100 грамм углеводов, 2 грамма белка на 1 килограмм. Надо поднять углеводов. Да нет такого слова «надо». Если у вас все хорошо, мышцы не сыпятся, работоспособность хорошая, вы не видите желаемый результат, зачем, к чему надо? Ну да, 100 грамм, на мой взгляд, нижний предел. Дальше мышцы начнут сыпаться. Но некоторые очень хорошо как бы удерживают их. Слышали о Coral Club? Если не слышал. Пробовали диету с малым потреблением мяса? Нет. А что делать, если молочка пробивает дно? Невозможно тренироваться. Ну, давайте-ка я вам сейчас дам совет. Запишите его. Не есть молочку. Раз, потом на горшке сидит. Второй, третий, десятый раз. Ну, сколько нужно вам таких опытных экспериментов провести, чтобы понять, что не вам? Для похудения сколько кардио в день посоветуете? Нисколько не посоветую, потому что кардио не является никаким жиросжигающим свойством. Завтра напишу пост, почитайте, удивитесь. А как вы относитесь к ЗМА? Цинк, магний, В6. Хорошая добавка, в моем рационе она есть. Но чудо не надо ждать, потому что она всего лишь восполняет недобавки вот этих трех веществ. Что лучше потреблять, протеин или готовый аминокислот для роста мышечной массы? Для роста мышечной массы в конечном итоге важны тренировки, качество этих тренировок и строительный материал, как раз именно аминокислоты. Поэтому из чего вы их получите, без разницы. Чем хорош памп? В смысле? Да нет, что такое памп? Памп, да, это наполнение мышц кровью. Чем он хорош? Не знаю, ощущениями. Можно ли запивать витамины сразу после еды? Обычно рекомендуют, можно. Все это из разряда так, танцев с бубнами вокруг костра. В каком дозе начинают принимать креатин, моногидрат впервые? Ну, слушайте, если вы начинаете получать, как я уже говорил, 5 грамм в день отдыха, 10 грамм в день тренировки. Что лучше, если предплечье больше трицепса и бицепс пытался изолировать? Не знаю, радуйтесь, что у вас огромное предплечье и сделайте специализацию на трицепс и бицепс. Опять же, у меня... Ну, правда, онлайн-класс с прицелом на мышечную специализацию будет только через месяц. А вообще у меня есть отдельный класс, где мы тренируем ну, людей, у которых это бицепс, трицепс, плечи, ноги. Как задействовать грудные мышцы в масте, где крестик висит? А в месте, где крестик висит, в смысле крестик? Чей крестик? Какой крестик? Нательный крестик? Не понимаю вопрос. Какие препараты на ваши ГЗТ? Всего один препарат, не буду называть его торговое название. Он всего один официальный препарат, который продается в аптеке и существует как раз именно для этих. Цинк нужен мужчинам или нет? Цинк нужен всем, да. Ну, цинк участвует в синтезе тестостерона. Хорошо выглядит, спасибо. Кристина, вашего мнения. Кристина, какой-то Т9, наверное, у вас гуляет, дружище. Что лучше есть после тренировки по боксу? По поздней тренировке по боксу?
Ну, слушайте, ваша задача восполнить запасы гликогена, который вы потратили. Ну, и глюкозы, условно, да. Понятно, углеводы. А как ты думаешь, можно ли отвечать на вопросы всех этих людей, которые задают глупый и не глупый вопрос в прямом эфире? Быстро отвечу, что часто твое мнение не займется... понял. А сколько ЗП в среднем в месяц? У кого? И вообще, я даже не знал, что до сих пор такие вопросы задают. Представляете, человек, которого вы не знаете, даже если знаете. Я вообще офигел, если бы мой знакомый друг сказал: Стасон, а ты сколько денег зарабатываешь? Я сказал: ну ты вообще нормальный, ты вообще, ты еще спроси, как я сексом с женой, как часто занимаюсь, это как, нормально по-вашему? Креатин вредит желудку? Нет, нужно додать, чтобы только можно на постоянной основе, не знаю, не понимаю, чем. Что вы думаете о фильме, гейм, что-то такое, про веганство, документалка? Ребят, все, что думаю, уже критический анализ этого фильма выложил у себя в телеграм-канале. Кстати говоря, я считаю, что... Если вы зайдете, сегодня еще не выкладывал ничего, чуть попозже выложу, ну, вам будет любопытно. Нужно делать пуловер, важное упражнение, но оно не является, не бывает важных. Женя, я же выкладывал статью, она есть, самое лучшее упражнение для широчайших мышц спины на основе, по-моему, исследования Бретта Контрераса. Почитайте, там пуловера нет. Но я его в программу ввожу. ГАБА, альфа, ГПХ, поднимает гормон роста. Не знаю, скорее всего, но самое главное, что это не имеет никакого значения для нормального человека. То есть, ну, поднимает он на 10%. Что? А, хрустят колени при тренировке, что лучше принимать коллаген, уже говорил. Да. А БЦА в капсулах и порошке какой эффективнее? Нету никакой разницы, в конечном итоге все в кровь падает. Девушкам принимать креатин в тех же дозировках? Ну, в целом, да. Да, ну, вот как раз вот эти дозировки, ну, я бы, наверное, 5 граммами ограничился и будет достаточно. Хотя девушки тоже разные бывают. Как считать потраченные калории? Никак. То есть, ну, есть разные гаджеты, но если вы им верите, читайте так. Какие для вас лучшие упражнения на ноги? Я не могу приседать со штангой, поэтому я делаю жим ногами и гак. А как у вас дела с кардио? Выносливый? Нет, не выносливый. Хожу пешком. А рост 183, а вес сегодня уже 108. Вчера после приезда, ну, я был отекший, судя по всему, там все-таки пища в Таиланде немножко отличается от нашей. Конечно, был залитой, там что-то 110 чем-то был. Если ставить гормон роста, как он отреагирует на жир в организме? Не знаю, как отреагирует, усиливает ли полис. А часто ли вы качаете пресс? Ответ, что делать? Не знаю, обратитесь к вашему тренеру, ведь вы же не просто взяли, а ни бедо не благодарить. Хорошо, не буду благодарить. Что думаете о японские бессолевой диете? Я такой не слышал, но многие... Страны сейчас вводят ограничения, рекомендации по ограничению по соли. Например, Финляндия. Она здесь рядышком, поэтому я это знаю. С возвращением спасибо. Расскажите о особенности приема инсулина. Никогда не использовал. Один раз использовал давно, лет, наверное, 10. Меня так тряхануло, что я на всю жизнь эту историю забыл. Точнее, вообще отложил. Как относитесь к загрузке креатином? Потом отрицательно отношусь, и все исследования говорят, что не имеет смысла. Кроме тех случаев, когда вам нужно резко поднять концентрацию. Например, там у вас там соревнования там, по жиму штанги лежа, там, о котором вы только что узнали, через неделю. Вот тогда, да, отстают икры, есть смысл тренировать раз в неделю. Да, а еще есть смысл почитать то, что я писал про икры. Правда ли, что после резких очков инсулина все съедено в жир? Нет, неправда. У нас все идет в жир, и в моменте важен не то, что происходит в моменте. Какая вам разница? Ну вот вы съели, и все пошло в жир, а потом 4 часа не едите, или 6, или 10. И все, что отправили в жир, получите обратно. Что делать, если масса не растет? А я не знаю, в чем причина не растет масса. Видимо, неправильно тренируетесь, неправильно питаетесь. Возможно, это другое. Имеет ли место быть курс гормона роста соло? Для чего? Не понимаю. То есть, если восстановление каких-то связочно-штанового аппарата, да, там, ну, это я слышал, делают. Как считаете, сколько раз в неделю рекомендуют сделать кардио при массонаборе для сердечно-сосудистой системы? А если я не ошибаюсь, американская ассоциация кардиологов рекомендует 3 по 30 в неделю, то есть 90 минут. Ну, могу ошибиться. Во время тренировки. Если тренировки носят длительный характер и утомление быстро наступает, то да. Берон сказал, что креатин во время тренировки тоже, что ложку сахара съесть. Ну, наверное, он же выложил какую-то ссылку, видите, он же, наверное, не просто сказал. То есть, если поделитесь этой информацией, я буду счастлив, потому что я не слышал ничего подобного. Сколько омеги-3 в день нужно употреблять? 1000. Ну, это рекомендованные нормы всемирной. Антибиотики. Ну, я не знаю. То есть вы же наверняка пьете антибиотики в связи с какими-то заболеваниями. Ну, мне трудно сказать. Кардио после силовых обязаловка для худеющих. Нет, не обязаловка. Ребят, ну завтра подождите, напишу целый пост. Уже там такой материал бомбовый нарыл.
сколько раз в неделю рекомендуется делать кардио при массонаборе? Уже сказал. Скажите, пожалуйста, для силы какой спортпит принимается? Единственная добавка, которая может увеличить силу, так напрямую, это креатин монгидрат. Периодическое голодание может ли повлиять на появление гастрита? Ой, не гастроэнтеролог, я, так сходу не знаю. Ну, вообще, как бы длительные перерывы, если у вас есть какие-то отклонения. Черт его знает, вполне. Сколько в неделю можно скидывать килограмм? 185-96. Игорь, вам не сложно открыть мой пост, который я написал дня 3 назад, который есть в ленте, раз вы на меня подписаны, там написано было о темпах снижения. Причем два поста, которые вот на прошлой неделе были. Мне правда не хочется пересказывать все, но в целом, если вам все-таки лень читать, я, конечно, отвечу. Это 0,7% от веса тела. То есть то, что говорят ученые. Эффективный жиросжигатель, да, да, эффективно. А что с ними будет неэффективно? Конечно. На каком сайте взять проверенную фарму? Откуда я знаю? Ну, наверное, на официальном, я не знаю. Как бросить курить? Слушайте, ну просто посчитайте, сколько денег вы тратите на курево. Вот. Ну, там условно, там, я не знаю, там, предположим, это будет там 2000 рублей в месяц. Умножьте на 12 и прикиньте, что 24 косаря вы тратите в год не для того, чтобы получить что-то, а для того, чтобы что-то потерять, да, ну, отчасти, там, потерять здоровье. Что вы думаете по поводу кардио? Со временем у нас увеличивается, чтобы сжечь калории каждый раз, нам нужно увеличить время пребывания на кардио. Целесообразно ли? Я вообще говорил уже и завтра напишу об этом, что целесообразность кардио, она, в общем, под большим вопросом с точки зрения жиросжигания. А в целом вы правы, я писал об этом, потому что, конечно, организм адаптируется, двигатели, навыки повышаются, и если у вас первое месяц, там, я не знаю, кардио, там, не знаю, там, за 30 минут вы тратили 400 калорий, то за ту же срок, там, через месяц вы потратите, там, 280-300. Всех благ, спасибо, Вань, то же самое, также вас. С возвращением, спасибо, правда, что расход калорий станет покой, 1 калория на килограмм веса. Усредненная цифра, да, 0,8-1, ну, вы понимаете, что состояние покоя, это, условно говоря, лежание. Ну, в целом, да. Бросите вызов Александру, я... Какой вызов? В каком виде спорта? Я не очень понимаю. То есть я занимаюсь физкультурой, что думать о кето-диете? Думаю, что она не для спортсменов. Хорошая статья у меня в телеграм-канале про кето-диету. Дима Яковин ее писал. Я с удовольствием его печатаю. Закладываешь во время тренировки, но после тренировки проходит. Насколько это опасно? Не опасно, не переживайте. Ну да, для чего вы пресс качаете? Вот если вы пресс качаете, чтобы увеличить талию, ну тогда качаете. Я не вижу смысла. Хотя некоторые такие уважаемые исследователи считают, что нужно тренировать. Я считаю, что если вы не выступающий спортсмен, вам не нужно его серьезно тренировать. А повлияет ли тренировки на заживление сломанного мизинца? Не знаю. Ну если вам не знаю. Как отдохнули? Ваши дальнейшие планы? Дальнейшие планы. Сегодня пойду на корпоратив у нас в клубе. Его перенесли на вот поздний. Завтра отдыхаю, воскресенье Москва, понедельник Москва, вторник Москва, потом возвращаюсь, через неделю Екатеринбург, Челябинск, еще через неделю Белгород, еще через неделю в жиме штанги лежа, в чем, какой вызов, как лево, что, о чем говорить. Может с вами позаниматься фреш, сколько будет стоить тренировка? Если у вас нет абонемента, то разовая тренировка посещения будет 5500 стоить. Но меня найти там не так просто. Скажите, пожалуйста, где лучше отучиться на фитнес-тренера? Ну, я не знаю, в каком городе, вы поймите, какая разница. Калининград, ну, согласитесь, что-то странно. Про фулбоди есть ли информация по составлению программы? Ну, конечно, есть. И в телеграм-канале называется фулбоди либо сплит. Точнее, фулбоди и сплит. Ну, так же, как и на следующий стрим. Крутой стрим. Не знаю, дружище. Не знаю, Игорь, не отвечу. Потому что, ну, наверное, на следующей недельке остается включительная часть грудных мышц. Как впадина получается, что делать? Ну, ищите. Вообще, при помощи различных амплитуд, да, то есть поискать, можно найти более активную часть регион мышечных волокон. Действительно так. С приездом, спасибо. Добрый день. Привет из Варшавы. Варшава, привет. Был в вашем городе. Замечательный город. Кстати говоря, это, по-моему, первый город за границей, в котором я был. Да, да, это еще было в 91-м аж году. Да. Привет, индеец, привет. Да, привет. Эффективная тренировка для жиросжигания является круговая или просто силовая? При пульсе. Эффективнее является та, которая привезет к большим затратам энергии. Все. И понятия не имею, каким образом выстраивается ваша круговая или силовая. Давайте так. Какой скорость движения автомобиля приведет к большему расходу бензина?
Блин, я понятия не имею, какой автомобиль. В горку он едет, с горки едет, открытые стекла, стекла закрытые, сопротивление ветра, попутный ветер. Вы же понимаете, то, что больше принесет, ну давайте с автомобилем. Наверное, самый большой расход бензина будет, там, я не знаю, там, где-то либо на третьей скорости, да, то есть там с оборотами, там, с большими, либо там уже на высоких оборотах, высоких скоростях, как в человеческом организме, ничего нового. Цитрулин, малат, плацебо, нет, цитрулин, доказанная работоспособность, 8.02, да, в Екатеринбурге. Возможен прогресс в наборе мышечной массы без прогресса силовых, да, конечно. Просто в целом, конечно, первые годы там у нас идет, ну вы же читали наверняка то, что я писал, там, где сравнивали работу в высокоповторном режиме и в силовом, там, где прирост мышечной массы был одинаковый, только силовой привез плюс килограмма на штангу, а высокоповторный нет, как отношусь к тренировочным комплексам. Нормально, но, к сожалению, я их не принимаю, потому что у меня повышается давление. Что привезли домой из Тая? Из Тая? Слушайте, шорты одни купил, все, больше ничего. А, и ром в подарок. По-моему, все. Жена тоже, там какая-то австралийская фирма, австралийская, да, серферская, там вот какие-то такие ляпистые шорты купил. Есть смысл уже в разжигателях. Ну, а почему нет-то? Что кушали на сушке из продуктов? Я был очень криво сушился, я вообще жестко. Шалом, шалом православная Одесса, да, Одесса, привет вам. Вот. Я очень неправильно сушился, я практически углеводы в ноль жрал и ел там, как старовер, куриные грудки и прочую дрянь. Ну, идиотом был. А пептиды не знаком с этими веществами. Бета-аланин стоящая добавка. Да, кому следует пить изотоник. Те, кто работает с большими потерями жидкости, то есть циклическими видами спорта. Сколько витамина D пить в день в Санкт-Петербурге. Я сдавал анализ 25 OH, у меня было 34 результат, при всем при том, что я пил 5000 через день. Но это большая дозировка, на самом деле. Я думаю, 1000 напью, начнете, не пожалеете. Ну, думаю, уверен, что это будет в точку. Принимать сильно антибиотики, заниматься сильно. Не знаю, если заработать на грани